феврале 43-го года на подступах Краснодара очень жаркие бои разгорелись на подступах к аулу адыгейскому, который называется Шинджий. Наши войска никак не могли прорвать там устроенную немцами оборону и продвинуться дальше. Мешали несколько огневых точек. Одна из них была в полосе нашего наступления. Было решено ночью создать группу и ночью попытаться ликвидировать эту точку. В эту небольшую группу попал и я. Первую ночь мы провели разведку. На вторую ночь наша группа пробралась близко к этой высотке. А эта огневая точка располагалась на небольшой высоте. И саперы вперед, мы ползком за ними. Это длилось примерно 300 метров. И мы вышли почти в тыл огневой точки. Сделали небольшую разведку и решили, что атаковать эту точку придется где-то ближе к рассвету. Потому что немцы вели себя очень активно, пускали все время осветительные ракеты. К рассвету немножко все притихло. Вот мы, 7 человек разведчиков, забросали ее всю по определенному сигналу гранатами. 2 человека немцев мы взяли в плен и вернули свое расположение. 10 лет назад я побывал на этом месте. На этой высотке до сих пор видны немецкие укрепления.